Да, я в детстве хотел, как каждый мальчик, и космонавтом, и летчиком. Угу. Вот какую роль на космической станции вы вот сейчас бы могли бы выполнять? Ну, возможно, что-то ремонтировать. И давайте поедем. Она же в обслуживании все-таки нуждается, поэтому, наверное, там можно было какой-то ремонт делать. Ну, какие механизмы, например, могли бы отремонтировать? Ну, какие-нибудь, может быть, двигательные механизмы. Может быть, что-то с металлоконструкцией связанное, замена какая-то и так далее. Передаю всем привет моей семье, дочери, супруге, Саше, теще, всем моим родным и близким, всем жителям города Новочебоксарска. Желаю здоровья, процветания, берегите себя, занимайтесь спортом. Всем привет, всего доброго. Хотели ли вы быть космонавтом? Хотела бы. Для чего? Почему? Когда? Когда молодая была бы, я хотела бы. А сейчас все уже, Марпасадский район у нас, я и оттуда сама. У нас же Николаев оттуда. Вот. Всем привет Марпасадскому району. Здоровья, счастья. Самое главное, здоровье, чтобы было. Ты хотел бы быть космонавтом? Раньше мечтал, сейчас нет. Почему? Куда шло? Перехотелось как-то. Хочу передать привет маме, всем остальным тоже. Я жила, но долго лет жила в деревне Шошилы. Очень нравится это село. Ну, и космонавтом. Ну, Андрея Григорьевича Николаева вот так видела, когда он приезжал в село. Ну, то, что для села он хорошо сделал. Потому что как в городе люди живут. Очень много сделал для Марпасадского района, для Чувашии. Всех поздравляю с наступающим праздником, Днем космонавтики. Всем здоровья желаю. Всем детям, растущему поколению желаю, чтобы все стали космонавтами. Мечтали стать космонавтами. Всем удачи. Расскажите, вы хотели бы быть именно космонавтом? Я хотел быть, да. Я записывался даже. Просто у меня... Не было этого. Как его? Командировка меня заколебала. Вообще самое. Приемка техники там. Ростов. Как его? Киев. Ан-26, Ми-6 уже принимают. А какую роль вы могли бы выполнять на космической станции? Что именно могли бы делать? Как инженерный отдел. Как самое. Угу. Что это делает? Датчики меняют, проверяют. Потом что еще? Ну, как называется? Рекламные работы какие самые. Угу. Ну, везде же авиации. Начиная с земли. Потом космос идет. Так что, извините. И давайте это поздравление друзьям, родным, коллегам, близким. В конце хорошие пожелания. Всех поздравляю. Авиаторов, особенно штурманов. Потому что штурманами я работал в основном самый. И всех благ. Всем привет, кто меня знает, кто помнит. Родственников осталось мало, но всем привет. Здоровья. Самое главное. Мне на Сапреле 61 года. Когда летел Гагарин. И вот я все думал, единственное, как все-таки он там держится в этой ракете. А исходило из-за того, что мы здесь сворачивались кинопленки на время. Кругленькая ракета. Там, как там держаться? Ну, в общем-то, хотелось. То есть вы, получается, помните тот день? Помню тот день. Что вы вспоминаете? Воспоминания какие, например? Ну, во-первых, в этот день мы были на рыбалке. Рыбачили на острове Орелюху. Вот и услышали это самое... что полетел человек в космос. Передаю привет всем моим родным, близким, детям, внукам, внучке. Желаю всем здоровья. Ну и всего самого наилучшего. Угу. Ну все. И всех с наступающим праздником, Днем космонавтики. Вы когда-нибудь хотели быть космонавтом? Нет. Почему? Потому что не мальчик. Женщины тоже летают? Нет. Смотрите, допустим, если бы вы полетели в космос, какую роль бы вы могли бы там выполнять, вот в космическом пространстве? Чем могли бы помочь там? Чем могла бы помочь? В космосе, да. Это хороший вопрос. Ну, исследования какие-то проводила бы, наверняка. С чем, например? Какие-то... На мышах или на пшенице, грубо говоря? С мышами, я думаю. Почему? Ну, мне так кажется. Поздравляю всех с Днем космонавтики, с наступающим. Угу. Все. И давайте знаменитую фразу Гагарина. Поехали, полетели. Поехали. Поехали.